вечер, дорогие ребята! Добрый вечер, девочки и мальчики! Здравствуйте, ребята! Дуняша, можно тебя попросить? О чем, Ваня? Не могла бы ты нам сегодня рассказать о пантере? О пантере? Да, я видел мультик про Маугли, и мне понравилась пантера. Ой, я тоже хочу узнать о пантере. Расскажи нам, Дуняша. Договорились, мои милые. Слушайте внимательно. Пантера меньше льва и тигра. Но от этого она не менее опасна. Она очень ловкая, легко и быстро прячется. Да, прямо как пантера из мультика Маугли. А ты помнишь, как зовут пантеру в этом мультике? Багира. Правильно. А еще у этого животного очень тонкий слух. А она может взбираться на деревья? Да, причем молниеносно, с большой скоростью и ловкостью. Пантера переплывает широкие реки, делает огромные прыжки. В общем, опасный зверь. А знаете, кого мне пантера напоминает? Кого же? Кошку, только большую. Пантера относится к семейству кошачьих. Поэтому она так напоминает наших мурчиков и барсиков. Но что очень удивительно, что пантера и леопард – это один и тот же зверь. Вы знали об этом? Не может быть. Может быть. Просто пантера черная, а леопард пятнистый. Это одно и то же животное. Просто окраска шкуры у них отличается. Ведь мы же не считаем черного кота и серого разными животными, только из-за того, что у них разные окраски шкуры. Верно? Ты нас удивила, Дуняша. Правда? Да, никогда бы не подумала, что пантера и леопард – это одно животное. Верно, и относятся они к семейству кошачьих. А к семейству кошачьих относятся все животные, которые напоминают кого? Кошек. Кошек, верно. А сейчас давайте сыграем в игру. По цвету картинки попробуем угадать название животного, которое относится к этому семейству. Вот вам первая картинка. Тигр. Правильно, это тигр. Так, следующая картинка. Леопард. Неправильно. Это, ребята, рысь. А леопард вот такую имеет одежку. Красиво? Да. А у пантеры черная. Ну что ж, с заданием вы справились хорошо. А теперь предлагаю немножечко отдохнуть и посмотреть мультфильм. О, великолепная Багира! Вас-то я искал. Вы представляете, в волчьей семье живет человек! Человек? Это интересно. А откуда же он взялся? Это добыча Шерхана. Как? Этот убийца опять охотится за человеком? Акела.
И ты свободное племя. Закон джунглей гласит... Каждый сам за себя. Вот закон джунглей. Каждый сам за себя. Правильно. Верно. Тише! Тише! Вы что, людоеды? Только Шерхан и его прихвостень шакал способны на это. Да, да. Правильно. Закон джунглей гласит, что жизнь детеныша может быть выкуплена. Говори. А к словам я добавляю быка. Верно. По закону. Правильно. Только что убитого мною. Что скажете, волки? Что за беда? Пусть бегает. А все равно солнце сожжет его. Он умрет от зимних дождей. Где бык-то? Багира. Там. На излучине. Я только на минуточку посмотрю, куда это они пошли. Пусть Маугли бегает в стае. Воспитай его, отец. Ну ладно. Все равно от меня не уйдешь. Реви себе, реви. Придет время, и он еще потаскает тебя за усы. Или я плохо знаю людей. Время нашей программы подходит к концу. Давайте прощаться с нашими телезрителями. До свидания, девочки и мальчики. До скорой встречи. Добрых вам снов. И пусть их оберегает ангел-хранитель. Крылый ангел сон твой охраняет над тобой.